Доброе утро всех. Мы тоже рады вас всех приветствовать в этой гимназии замечательной. Мы просто так рады, что мы сотрудничаем именно с вашей гимназией, потому что она является, вот как уже Марина сказала, одной из главных, да, вообще в Пироте и вообще по Сербии. Мы ценим наше сотрудничество, это уже стало такой традицией, то есть из года в год мы обмениваемся опытом, это очень важно как для наших ребят, так и для ваших, ну я считаю, да, у нас потому что есть какие-то общие там традиции, язык, вот, и мы действительно гордимся, что наш директор Тамара Виноровна смогла осуществить, да, наш сон. Ваш сон. Вот. Мы надеемся, мы уверены, что наше пребывание в Сербии вообще запомнится нам надолго. Вот. Zato što većina učenika uči ruski, ja mislim da nema potrebe nešto mnogo da prevodim, razumeli ste uglavnom da je jako se raduju što su opet naši gosti i jako su ponosni na ovu našu saradnju, znači ruska škola i srpska, imaju koristi učenici, obostrano kako ruski učenici, tako i naši, oni smatraju da je to jako korisno za obe strane. I jako mi je drago uvek kada mi odemo i kada oni treba da dođu i sva najprijatnije osjećanje imaju u ovoj sredi sa nama. Ona je srećna što je njihova direktorka Tamara Venorovna Petukova realizovala ovaj projekat u saradnji sa nama i tako, opšte je zadovoljstvo. И в честь вообще нашей дружбы, на нашему сотрудничеству, мы вот такой вот презент от нашей школы, вашей школе, вот. Такая вот замечательная база для цветов наших русских мастеров, так жаль, вот, чтобы вы о нас помнили и, не знаю, не забывали, чтобы наше сотрудничество продолжалось много-много лет еще.